Так, всем добрый вечер. Тема моего доклада — это baseline topology, кластер, которого нет, но он намного лучше. Расскажу пару слов еще о себе. Я разработчик в компании Gradient Systems и также коммитер в open source проекта Apache Ignite. Область моей, так сказать, экспертизы или ответственности — это все, что связано с persistence и с crash recovery. То, как данные хранятся на диск, и то потом, как эти данные в случае катастрофы с диска поднять. Доклад будет содержать как теоретическую часть, где я, собственно, расскажу про baseline topology, расскажу, что это, зачем это нужно. И будет практическая часть, где я опишу конкретные use-кейсы, дам советы по поводу того, как работать с персистентным Ignite-кластером и как им управлять. Ну что ж, давайте начнем. Начнем издалека. В чем мотивация к использованию распределенных систем? Мы очень любим использовать выражение speed and scale, да? То есть, если у вас данных слишком много, они перестают влезать в одну базу, можно просто добавить узлов. Так как мы добавим узлов, у нас больше ресурсов, больше памяти, больше CPU, и нагрузка, которую одна база не выдерживала, кластер выдержит. Идея такая. Но у нас появляются новые трудности. Базу данных администрировать саму по себе не так просто, и вдобавок к этому появляются трудности по управлению кластером. Как включить кластер? Как безопасно его выключить? Потому что если в некоторых системах, если что-то сделать не в том порядке или неправильно, то можно как-нибудь данные потерять. Как изменить топологию кластера? Как расширить его или как, наоборот, сузить, если данных стало меньше? Все эти вопросы мы разберем как раз на примере Apache Ignite. Вкратце пройдемся по тому, что будет собственно, в сегодняшнем докладе. Я немножко скажу про in-memory режим. Скажу, что в случае, если все данные вылазят в память и вам не нужен persistence, все довольно просто. И большая часть моего доклада будет посвящена именно persistent режиму. И я расскажу, собственно, что же такое baseline topology и зачем она нужна, и почему нужно знать, что это такое для управления Ignite кластером. Опишу use-кейсы по управлению кластером с использованием API. Baseline topology, и расскажу, какие дополнительные бонусы и плюшки приносит нам наличие baseline topology. Окей. Представьте, что у вас есть кластер в in-memory режиме. Как мы защищены от того, что мы не потеряем данные, если один узел упадет? Очень просто. Данные хранятся сами по себе в партициях. То есть, ну, вот на этом примере у нас есть 8 партиций, соответственно, квадратики — это партиции, данные лежат в них, а облачка — это узлы кластера. Все они вот объединены в общую топологию, в кольцо. Каждая циферка находится в двух экземплярах. Соответственно, какой бы узел ни вышел ни с того ни с сего, может случиться все что угодно, там вилку из розетки выдернули, у нас останется хотя бы по одной копии каждой партиции. Это то, почему распределенные системы более-менее живут. Да? То есть, что бы ни случилось, данные есть где-то еще. Вот этот фактор, вот это число умножения партиции, ну, мы называем бэкап-фактор. То есть бэкап-фактор в данном случае 1. Это значит, что каждая копия, каждая партиция, помимо основной копии, имеет еще хотя бы одну дополнительную копию. Когда узел выходит, бэкап-фактор немедленно уменьшается. Есть партиции, которые подсвечены красным, и для этих партиций бэкап-фактор в данный момент 0. Бэкап-фактор 0 — это очень плохо. Если еще хотя бы один узел покинет топологию, случится беда. Мы потеряем данные. Это худшее, что может вообще произойти в распределенной системе. Как Ignite сам по себе справляется с этой проблемой? Он пересылает партиции на другие узлы. Партиции, для которых бэкап-фактор уменьшился, находят себе новый дом на других узлах. И происходит процесс, который мы называем ребалансировкой. С тех мест, где эта партиция все-таки выжила, мы пересылаем данные на новый дом партиций, которые оказались под угрозой. Все звучит логично. Этим очень просто управлять. То есть практически ничего не нужно делать. Да? То есть узел вышел, данные сами по себе переехали, опасность миновала. Ну, при условии того, что тот же объем данных влезет в меньшее количество узлов. Соответственно, мы подошли к use-кейсу, когда нам нужно управлять кластером в in-memory режиме. Запустить кластер очень просто. Просто поднимаем узлы, заливаем на них данные, и все работает.
Если нужно расширить кластер, к имеющемуся кластеру добавляем несколько новых узлов и ничего не делаем. Данные просто туда переедут. Если нам нужно уменьшить топологию кластера, аналогично. Просто убираем узлы. Главное, чтобы не все сразу. Да? То есть нельзя убирать узлов за один move больше, чем у нас бэкап-фактор. Тогда мы немедленно потеряем данные. Просто потихоньку по одному убираем узлы, и данные сами собой расползутся. Вот. Да. Как вы помните, я в самом начале презентации обещал трудности. Окей. Собственно, вопрос. В чем же тут трудности? Почему кластером управлять сложно? Ситуация несколько меняется, когда у нас есть persistent режим. Для тех, кто, может, не слышал, у нас в Ignite с версии 2.1 есть native persistence. Это когда для того, чтобы хранить данные на диске, вам не нужно ничего, а просто включить там флаг в настройках Ignite. Persistence позволяет хранить, он позволяет, во-первых, реплицировать данные, которые есть в памяти на диск. Также он позволяет хранить не все данные в памяти. В памяти может лежать только какой-то subset горячих данных, а на диске данных будет куда больше. Давайте рассмотрим ту же ситуацию, когда у нас выходит узел, но в persistent режиме. Итак, что же произошло? Узел 4 ушел в офлайн, и кажется, что нужно спасать данные, то есть увеличивать срочный бэкап-фактор и триггерить ребалансировку. Но с другой стороны, на самом деле данные никуда не пропали, они все еще есть. Если бы у нас был in-memory режим с уходом в офлайн ноды 4, мы бы моментально потеряли все данные, потому что то, что было в оперативной памяти, уже не вернешь. Но если у нас есть persistence, то данные все еще спокойно живут на диске. Итак, стоит ли поднимать панику и запускать ребалансировку? Для этого давайте копнем в ребалансировку чуть глубже и оценим, сколько она вообще занимает. В случае с in-memory режимом нужно, конечно, учитывать топологию кластера и фактический размер, фактическое количество данных на узлах, чтобы ответить на этот вопрос точно, но я могу вам сказать следующее — долго. То есть все данные, которые были на ушедшем узле, они так или иначе должны прососаться через какой-то общий switch, который эти узлы, скорее всего, объединяет в одну топологию. То есть пока все эти гигабайты данных расползутся на узлы, пройдет довольно большое количество времени. Если этот узел вернется, то начнется точно такой же процесс ребаланса, только в обратную сторону. Да? И это будет точно займет примерно столько же времени, тоже долго. Помимо этого, ребаланс дает некоторый импакт на перформанс. То есть если кластер нагружен, если там большое количество транзакций в секунду, то ребаланс дополнительно даст нагрузку, так как нам нужно считывать данные, нам нужно записывать данные, нам нужно все эти данные переслать по сети, а сеть — это узкое место, то кластер будет немножко в таком наполовину инвалидном состоянии, да, пока ребаланс идет. Это ничего страшного, если у вас нагрузки не пиковые, но если вы выбираете сеть почти под ноль, то вы это ощутите на себе. Как же дела обстоят в persistent режиме? При выходе узла, если мы будем точно так же, как мы это делаем в in-memory режиме, спасать данные тут же и восстанавливать бэкап-фактор, то ребаланс займет долго. Ребаланс будет идти долго, но при этом все-таки существенно дольше, чем в in-memory режиме. Тут я поставил звездочку, на самом деле. То есть это неправда, что всегда ребаланс в persistent режиме идет дольше. Но для этого есть две причины. Во-первых, когда у нас есть persistence, у нас есть еще дополнительный overhead на запись всех данных на диск. И когда данные приезжают на узел, нам нужно их еще и заперсистить. Это увеличивает время операции ребалансировки. Во-вторых, если вы используете persistence, данных, скорее всего, у вас больше. То есть это типичный use case. Да? Допустим, вы можете себе позволить машинке со 100 гигабайтами памяти, но вы понимаете, что данных у вас будет больше. Но диски SSD, да, какие-нибудь, или даже NVMe, вы позволить себе можете. И вы делаете deployment из кластера, где памяти не очень много, но дисков много, и все данные влазят. Вот. Данных больше и больше overhead. Поэтому ребаланс занимает очень долго, и при запоздалом возвращении узла, когда все данные, которые были на нем, протухли, эти данные нужно будет, соответственно, скачать обратно, и это тоже будет занимать много времени. Но механизм ребалансировки меняется в случае, когда у нас есть persistence, если узел отсутствовал недолго. У нас есть такая технология, тут, наверное, стоит еще чуть-чуть зайти дальше.
Во всех базах данных, практически, я думаю, во всех распределенных системах, где есть persistence, есть одно ключевое слово, которое всех объединяет. Это write-ahead lock. Да? Это то, как мы обеспечиваем crash recovery. Когда мы делаем любой update, мы сначала пишем данные во write-ahead lock, а потом пишем их фактически в внутренней структуре данных. Благодаря этому, если что-то пойдет не так, мы можем просто перечитать в write-ahead lock и накатить данные обратно. Теперь назад к ребалансу. У нас используется такая технология, как вал-дельта ребалансировка. В чем она заключается? Ну, на простом примере. Представьте, что узел с персистенсом вышел на минуту и зашел обратно. Нужно ли нам пересылать все партиции полностью на этот узел, чтобы привести его в актуальное состояние? На самом деле нет. На самом деле мы все обновления, которые случились за эти минуты, мы писали во write-ahead log на каждом узле. Поэтому можно просто перечитать последний кусок write-ahead log и эти данные, которые в нем содержатся, переслать на новый узел. Таким образом, он поапплайт их к своей базе и придет в консистентное состояние. Ну, то есть вот такой расклад. То есть если узел возвращается быстро, то и ребалансировка, по сути, не нужна. То есть ребалансировка не нужна до тех пор, пока он не придет. Когда он придет, ребалансировка будет, и она будет куда быстрее, чем вот эта превентивная ребалансировка паническая, которую мы там предпринимаем в memory режиме. Вот. Собственно, посыл такой, что ребалансировку иногда стоит придержать, и baseline topology — это как раз инструмент для придержания этой ребалансировки. Здесь будет слайд с, возможно, немного формальным определением. Ну, давайте пробежимся по нему. Представьте, что множество всех живых узлов серверных в вашем кластере — это множество онлайн. Соответственно, множество выключенных узлов, если они есть, это офлайн. И мы фиксируем множество, то, которое хотим, на котором будут лежать данные в persistent кластере, как baseline. Соответственно, в in-memory режиме affinity функция — это функция, ну вот, соответственно, Станислав чуть-чуть об этом поговорил, это функция, которая в том числе мапит партиции на узлы, то есть где будут жить партиции. И это множество узлов, которые принимает affinity функция, оно определяется множеством онлайн, то есть множеством всех живых узлов. Соответственно, партиции тоже фактически находятся на множестве онлайн. В persistent режиме с baseline topology affinity функция распределяет партиции по множеству baseline, вне зависимости от того, какое сейчас множество живых узлов. Соответственно, партиции фактически находятся на множестве baseline минус offline. То есть, ну, на offline узлах, конечно, партиции находиться не могут, потому что эти узлы offline, но на всех baseline живых узлах будут данные. Давайте повторим тот пример, который мы рассмотрели только в случае с persistent кластером. Теперь у нас есть baseline topology. Это, ну, собственно, это 4 узла. При активации кластера мы зафиксировали эти узлы как baseline topology и живем с этой baseline topology. Соответственно, если какой-то узел уйдет, то мы не будем ничего делать, мы не будем триггерить никаких ребалансировок, потому что данные мапятся на узлы в соответствии с baseline topology. Если зайдет новый узел, то точно так же ничего не произойдет. Мы не будем переслать данные, поскольку данные должны мапиться в соответствии с baseline topology. Тут, конечно, стоит сказать, что, ну, до этого я говорил, что вот данные вроде как никуда не пропали, что они лежат в персистентном хранилище. На самом деле, если у нас уйдет 2 узла при backup-факторе изначальном 1, это значит, что мы точно потеряем какую-то партицию. То есть какая-то, ну, не точно на самом деле, но с хорошей вероятностью. То есть будет такая партиция, в данном случае это партиция 6, и она пропала совсем. То есть тут можно бить себя по голове и говорить, вот, надо было просто сделать ребалансировку с самого начала. Но на самом деле эта ребалансировка была бы очень долгой. И практика подсказывает, что администратор может определить эту ситуацию и принять меры быстрее, по факту, чем эта ребалансировка будет длиться. То есть, если бы у нас партиции автоматически не переезжали, то, скорее всего, это нам не помогло бы, потому что ребалансировка не успела бы закончиться за время, ну, за ту дельту, разницу между временем выхода узла 4 и выхода узла 3. Окей, то есть, point в том, что действия администратора, как правило,
произойдет быстрее, чем закончится ребалансировка. Хорошо, как же этой baseline topology управлять и как сохранить свой кластер живым, если у нас, возможно, могут выходить узлы? Ну, давайте просто пройдемся по API, и я расскажу, как вот каждый из этих вызовов API меняет baseline топологию. В отличие от in-memory режима, persistent кластер нужно активировать. То есть, ну, об этом можно отдельно поговорить, почему так. Но когда вы собираете кластер, и у вас включен persistence, вы сначала собираете все узлы, поднимаете. Потом, когда топология готова, вы вызываете active true. Это значит, что с этого момента кластер работает и принимает пользовательские запросы. Первая такая активация устанавливает baseline из множества текущих узлов. И этот baseline персистится и сохраняется на диск в специальную партицию для системных всяких данных, которая называется metastore. Если кластер уже активирован, то baseline все равно можно поменять. Например, в API есть такой метод setBaselineTopology, который принимает long. Подразумевается, что этот лонг — это версия топологии, для которой вы хотите зафиксировать текущее множество серверных узлов как baseline. Ну вот, например, на предыдущем примере, как только у нас вышел узел 4, и мы понимаем, что это на самом деле он не просто упал, мы его сейчас вернем, а это какая-то серьезная проблема. Ну, например, узел банально сгорел, и все данные на нем точно никогда не восстановятся. Мы просто вызываем метод setBaselineTopology от последней версии топологии. Ну, версию топологии можно там тоже посмотреть в логах или в том же ControlSH скрипте. И после вызова такого метода у нас инициируется ребалансировка, и партиции переедут. То есть новая baseline topology будет состоять из трех узлов, и backup-фактор придет, соответственно, в желаемое значение, в единицу. Помимо использования текущего набора живых серверных узлов, есть более гибкая настройка. Можно просто передать список ID-шников всех узлов, которые вы хотите видеть как baseline топологию. Это может сработать в случае, когда эти узлы банально еще не привезли вам в дата-центр. Да? Вы знаете, что у вас там скоро будет расширение там, топологии до 160 машин, если у вас сейчас 140. И вы просто там, можете сделать, наверное... Ну ладно, не очень точный пример. Но суть в том, что можно передать коллекцию baseline nodes, и эта baseline nodes может быть как живая cluster node, которую можно получить из той же сущности Ignite Cluster, так и созданная вами detached node. Detached node — это простой там tuple, да, где есть два параметра. Это consistent ID, это ID-шник ноды, который не меняется, когда она реструктуруется, и список атрибутов. Список атрибутов — это optional. Это на тот случай, если вы хотите защититься от какой-нибудь случайно попавшей ноды, то есть вы можете специфицировать атрибуты, например, там версию продукта, да, засунуть в атрибуты. И если эти атрибуты не выполняются, то нода в baseline топологию не войдет. Итак, то есть baseline топология устанавливается автоматически при активации, ее можно менять как хотите вызовом методов API. В качестве бонуса от наличия у вас baseline topology идет такая плюшка, как автоматическая активация. Как мы обсудили чуть-чуть раньше, persistent cluster при старте нужно активировать, но если у нас мы поднимаем кластер не с нуля, а с каких-то данных, и в этом кластере уже была установлена baseline топология, то администратор освобождается от необходимости ручного действия. Достаточно будет просто собрать кластер из всех узлов, которые были раньше в baseline топологии, и в этот момент кластер поймет, что все, топология собрана, ждать больше нет смысла, можно активироваться. И, собственно, активируется. Вот. Чуть позже мы рассмотрим use case как раз с этим примером чуть-чуть более широко. Окей, да, давайте пробежимся по use case. Соответственно, да, теперь, наверное, вопрос, кто у себя использовал Ignite с persistence? Ну, круто, я вижу достаточно много рук. Это не может не радовать. Соответственно, наверное, с первым запуском мы все справились, да, но все-таки я проговорю. Все, что нужно, это запустить необходимое количество узлов любым способом, через Ignition Start, через Ignite SH, и после этого активировать кластер. Это, опять же, можно сделать через ControlSH. Соответственно, на этапе активации мы зафиксируем baseline topology из текущего набора узлов и сделаем кластер активным и позволим ему отвечать на пользовательские запросы. Все довольно просто.
Предположим, что вы хотите погасить кластер на какой-нибудь maintenance, например, обновить версию Ignite, обновить версию вашего продукта, который существует, сосуществует вместе с Ignite, не знаю, почистить диски, что угодно. Вы останавливаете все узлы, делаете ваш необходимый maintenance, подкладываете жарники, что угодно. После этого вы запускаете все узлы, и как только запускается последний, кластер активируется и снова готов к боевым действиям, готов принимать пользовательские запросы. Есть corner case у этого процесса, когда, допустим, после maintenance один там, боец не вернулся из боя, да, допустим, вы поняли, что на одном из серверных узлов там сгорел винт, а вам уже нужно вот через час идти в продакшн. В таком случае можно все еще есть возможность активировать кластер ручками, просто вызвав ту же самую команду activate, которую вы вызвали бы при первом запуске. Но нужно понимать, что baseline-топология она не поменяется, то есть активация уже не пустого кластера baseline-топологию не меняет. И это значит, что backup-фактор неизбежно будет уменьшен, поскольку там, один из слотов для ряда партиций отсутствует, так как один узел офлайн, то вы принимаете на себя риск, активируя кластер вручную, что вы можете потерять данные, если узлы будут уходить. Если вы понимаете, опять же, что этот узел не скоро вернется, то вы вызываете метод setBaselineTopology, и он меняет baseline-топологию на текущий набор узлов, происходит ребалансировка, все хорошо, ну, точно так же, как в memory-режиме. Предположим, что у вас бизнес растет, и вы поняли, что у вас данных стало в два раза больше, и что вот они уже вот-вот перестают влазить в ваш кластер. Как масштабировать Ignite кластер с персистенсом к этой ситуации? Вы просто арендуете еще машин в дата-центре, подключаете их, соответственно, к вашей сети, подключаете их к вашему кластеру и добавляете их в baseline. Вы просто вызываете один из методов API, то есть либо делаете сет на текущую версию топологии, либо просто добавляете consistent ID-шники новых узлов. Вот и все. Как только setBaselineTopology метод был вызван, данные переедут и будут жить уже на новом наборе узлов и мапиться будут в соответствии с новой baseline-topology. Обратный кейс — это когда у вас кластер уменьшается. Не знаю, что может послужить причиной для этого, но всякое бывает. Соответственно, нужно сделать обратное действие, нужно потушить узлы, которые вы хотите вывести из кластера, и вызвать метод setBaselineTopology. Здесь есть один нюанс, что нельзя убирать онлайн-узлы из baseline-topology. Это значит, что если у вас большой кластер, например, узлов 20, вы хотите уменьшить его до 10, и у вас бэкап-фактор, например, 4, то вам нужно будет сначала уменьшить его до 17, потом до 14, потом там, до 11 и до 10. Вот. Пока Ignite не обладает такой фичей, но это, в принципе, все равно этот процесс можно осуществить. Это планируется, я думаю, что в одном из следующих релизов и как бы такая возможность появится. Да, и, собственно, самый главный use case, с которым мы столкнулись, наверное, чаще всего, судя по фидбэку на юзер-листах и фидбэку от сообщества. Мы жили хорошо, у нас все переезжало само, мы даже не задумывались о том, что какая-то baseline topology нужна. И вот вышел релиз 2.4, и с этих пор у нас данные не переезжают сами собой. Какого черта, спрашивается, да? Для этого есть... Ну, то есть, если вы понимаете, что... То есть, или вы хотите вернуть старое поведение, или по какой-то причине у администратора не будет возможности отреагировать вовремя, и вы хотите сохранить данные, то можно, опять же, с помощью функционала, который предоставляет Ignite, написать такой baseline watcher. То есть, ну, в конце презентации будет ссылка на официальную документацию Ignite, да? Вы можете, в принципе, сами на нее зайти. Там суть в следующем. Мы просто создаем слушатель событий в кластере, подписываемся на изменение топологии. Если такое событие нам прилетело, то мы меняем baseline topology на текущий набор серверных узлов. Это даст вам абсолютно то же поведение, что было до Ignite 2.4. Данные всегда будут переезжать автоматически с persistence при любом изменении топологии. Вы можете проявить фантазию и добавить в этот baseline watcher каких угодно условий,
например, проанализировать число бэкапов, добавить тайм-аут на изменения baseline-топологии и так далее. Мы подумали о том, что неплохо было бы это конфигурировать через так и конфигурацию Ignite, а не заставлять пользователя писать код. Поэтому мы также планируем в одной из ближайших версий добавить baseline auto-change policies. По дефолту будет стоять, скорее всего, автоматический переезд через минуту, но можно будет задать более тонкую настройку для того, чтобы задать правила переезда партиции, соответствующие там, соответствии с вашим деплойментом, с вашими желаемыми условиями. Так, по-моему, это был последний use case. Давайте еще поговорим про немножко про такую вещь, как SplitBrain. На самом деле, вот эта информация уже там не имеет отношения, скорее всего, к тому, что там нужно, необходимо знать для администрирования persistent кластера, но на самом деле с такой ситуацией можно все равно столкнуться. Чем плох SplitBrain? Да? Почему вот так боятся все распределенные системы? Потому что непонятно, как потом после SplitBrain жить и работать с конфликтующими изменениями. То есть представьте, что у вас есть дата-центр, и порвался линк между двумя под-дата-центрами, и кластеры оказались абсолютно изолированы. Да, мы все помним CAP-теорему, соответственно, и она подсказывает, что есть два способа выйти из этой ситуации живыми. Первый способ — это сразу же потушить один из кластеров. Тогда у нас, видимо, будет буковка C. Второй способ — это остановить все обновления после SplitBrain. Это тогда, видимо, будет буковка A, то есть данные будут все еще доступны. Нет, видимо... Да, то есть если мы остановим все обновления, то у нас будет буковка C. Да. Но не будет доступности, так как данные будут недоступны. Ну, суть в том, что мы не можем работать с двумя подкластерами одновременно, так как если будут приходить конфликтующие изменения, то есть в одном подкластере мы переводим деньги на один счет, в другом на другой, да, как потом эти изменения мержить? Абсолютно непонятно. Соответственно, baseline topology дает нам небольшой инструмент, который ни в коем случае не застраховывает нас, там, не страхует нас от SplitBrain, но позволяет пресечь некоторые частные случаи SplitBrain. Для этого мы делаем следующее. При каждом мы всегда поддерживаем цепочку хэшей всех baseline topology, которые были в истории. Соответственно, при активации или смене baseline мы дописываем хэш последней baseline topology в эту цепочку. И при подсоединении узла в кластер мы пользуемся таким правилом. Если в цепочке хэшей узла, который джойнится, последний хэш не содержится в цепочке хэшей кластера, к которому мы джойнимся, то join rejected. То есть такой узел мы просто не пустим. Отсюда следует правило для администратора. Если ваш кластер развалился, то нужно первым запустить подкластер, который жил дольше всех. То есть, ну, пример. У вас был большой кластер, 140 узлов, один узел потушили, осталось 139, он вполне себе хорошо живет, вы с ним работаете много дней. Потом вы хотите сделать рестарт, тушите кластер и поднимаете кластер, начиная с того узла, который отсутствовал. Вот. В таком случае, если кластер, который пережил смену baseline или активацию, то эти оставшиеся узлы откажутся джойниться к первому узлу, и кластер не соберется. Вот. Ну, при попытке, соответственно, если такой join не удастся, то вы увидите похожее сообщение в логе, что baseline топология узла C несовместима с baseline топологией в кластере, которому этот узел собирался приджойниться. Давайте разберем это на примере. Предположим, что был кластер из трех узлов, который пережил SplitBrain. И в одной половинке осталось два узла, в другой половинке остался один узел. Если, ну, как это могло произойти, да, то есть порвался линк между под дата-центрами, администратор понял, что все плохо, надо что-то срочно что-то сделать, что как бы сделать, если все плохо? Ну, попытаться перезапустить грид. Он перезапускает первую половину, понимает, что что-то узлов всех нету, ну, наверное, что-то заглючило, да, перезапускает вторую половину. Таким образом, он активирует эти две половины. После того, как линк восстанавливается, он понимает, что что-то с данными не так, какие-то они неконсистентные, надо-ка все это, наверное, снова перезапустить и восстановить.
На самом деле это действие будет катастрофическим, поскольку обязательно будут какие-то конфликтующие изменения, и данные просто превратятся в какую-то неконсистентную кашу. Особенно если у вас вы пользовались транзакционными кэшами, и вам важна была транзакционная целостность. В таком случае, если администратор попытается так сделать, то мерж будет зареджекнут, поскольку в конце цепочки хэшей каждого из двух подкластеров находятся разные хэши, и правило не сработает. Соответственно, если... Ну вот как раз тот пример, когда подкластер, случился сплитбрейн, какой-то подкластер упал, и мы поняли это и сразу его потушили. Когда линк восстановится, и мы захотим подсоединить те узлы, которые отсутствовали кластеру, то такой мерж пройдет, даже если в живом кластере была какая-то история изменений бейзлайн-топологии или активаций, поскольку последний хэш узла, который джойнится, содержится в цепочке хэшей основного кластера. Так, на этом у меня все. Вопросы только микрофон, пожалуйста. Да, любые вопросы, пожалуйста. Спасибо за доклад. Вопрос связан с подпиской на эвенты. Как я понимаю, эвенты приходят на все ноды кластера одновременно. Да? Если мы будем менять топологию на всех нодах, это не скажется на... Ну, смотрите, то есть конкретно в этом примере, да, можно открыть код, посмотреть, мы подписываемся на эвент, ну, то есть мы делаем local listen. Это значит, что как только нам придет какое-то событие, мы сделаем какое-то действие. Когда меняется топология, конечно, такое событие приходит на все узлы, и получается, чтобы не менять бейзлайн-топологию столько раз, сколько у нас узлов в кластере, нужно это сделать на каком-то одном узле. То есть будет какой-то узел-менеджер, да, который следит за бейзлайн-топологией. Ну, это решение с event-listener'ом, оно временное, да, то есть скоро появится auto-change policies, который будет работать там вне зависимости от того, где код исполняется. Спасибо за доклад. А такой первый вопрос. А зачем отдельно activate и set baseline topology? То есть в чем разница между вот этими методами? То есть что делает одно и не делает другое, и почему нельзя привести к какой-то единой точке? Угу. Разница в том, что можно сделать set baseline topology, когда кластер уже активен. То есть activate всегда переводит кластер из неактивного состояния в активное. Set baseline topology всегда работает с активным кластером и, соответственно, меняет список узлов, которые будут находиться вот в baseline топологии. Просто вот вопрос. Сейчас все примеры, которые были рассмотрены, они как бы исходя из того, что у нас кластер поднимается отдельно, администратор, и он типа стендалон. А теперь представим ситуацию, что у нас есть какое-то приложение, и у него Ignit встроен внутрь, то есть он embedded. И вот как в этом режиме, ну, как бы в этом состоянии корректно ну, как бы собрать этот кластер. То есть мы, ну, поднимаются, они поднимаются независимо друг от друга, там на разных нодах. У нас, ну, как бы администратор как такового нет, он, то есть в автоматическом режиме. Как понять, что у нас все собрались, там 5 нод или 3 ноды. То есть мы как бы на каждый нод делаем set activate. То есть, если он активный, то он уже ничего не сделает, а потом делаем set baseline topology. То есть как разрулить вот эту вот situation? Вопрос про то, как сделать автоматический подъем кластера и ну, отбросить необходимость действия администратора, если да. Дополнительно есть какой-то embedded режим. Вопрос хороший, да. То есть архитектура Ignite подразумевает, что activate будет вызван из какого-то одного места. Я бы сходу предложил следующий хак. Просто добавил бы код, который проверяет, что если я узел и я подсоединился к кластеру, то если я, допустим, последний узел, то я делаю activate. То есть это вот такая эмуляция. Последний? Ну, можно просто посмотреть количество узлов в текущей версии топологии и понять, что оно равно желаемому деплойменту. Вот. Но на практике, я думаю, все-таки администраторы это делают, да. То есть так будет проще. Про автоактивацию мы уже поговорили. Ну, это случай, когда baseline уже был установлен. Да? То есть для первого деплоймента это не сработает, но да, как Эдуард верно заметил, такой проблемы не будет, когда у нас уже будут какие-то данные. То есть ну, для первого сбора деплоймента надо все-таки ручками сделать активацию, а для всех последующих кластер будет активирован автоматически.
Да, следующий вопрос. Вот как будут себя в момент сплитбрейна вести примитивные блокировки атомарные? То есть что будет происходить? Можно их как-то вообще отключить, чтобы клиенты с ошибкой вываливались, к примеру? Ну, к примеру, если мне нужно где-то процесс запускать какой-то, да, там, неважно, на серверах, да, и Ignite используется как как хранилище этой блокировки, чтобы несколько нод на каком-нибудь веб-кластере одновременно не запустили один и тот же процесс. То есть используется, вероятно, да, да, да. И вот есть ли какие-то опции, к примеру, если мы задетектили сплитбрейн, то вообще эти блокировки положить, эти семафоры, да, именованные, чтобы они были отключены, чтобы вообще процесс на веб-уровне не поднимался. Потому что есть риск того, что ну, две копии этих блокировок будет, да, и, соответственно, это может привести к нехорошим последствиям где-то в стороне. Какие есть опции для вот здесь, в этой части? Что, тут проблема не сколько в блокировках, а столько в том, как задетектить сплитбрейн. То есть если мы сплитбрейн задетектим, то мы сможем просто погасить какую-то одну из частей кластера и мы будем работать уже в штатном режиме. Для этого есть механизмы. Так, точно сейчас сказать не могу, но, во-первых, есть такая вещь, как… Так. Я могу помочь, на самом деле, даже микрофон. Стас спасает. Да, у нас есть такой механизм, который называется Segmentation Resolver. Под него есть в Apache Ignite. У него нет стандартной работающей имплементации, минутка рекламы. Она есть в GridGain, в GridGain Enterprise с плагинами для Apache Ignite. В этой имплементации там можно задать всякие разные правила, по которым мы будем понимать, что мы в состоянии сплитбрейна. То есть не просто там полкластера упало, а именно полкластера упало, и мы та, например, кластер разделился пополам, и мы та половина, которая должна умереть в этот момент и оставить вторую жить для того, чтобы вот страшных последствий сплитбрейна не было. Ну, вот, вот такое вот самопожертвование. Но там это в основном делается либо на основе какого-то системного сетевого диска, какой-нибудь сетевой папки, или на основе доступности какого-то айпишника, то есть вот с помощью какого-то третьего ресурса, третьестороннего, мы пытаемся понять, какая из частей кластера валидна, и те, ту, которая невалидна, мы просто пытаемся погасить как можно скорее. Да. Спасибо, Станислав. Да, у нас есть такой интерфейс. Помимо этого, такая возможность уже решена, если вы используете Zookeeper Discovery. Это фича, которая появилась в 2.5. Она позволяет Zookeeper'у Zookeeper это вот будет сторонним сервисом, у которого тоже есть свой кластер, и он будет менеджить состав кластера Ignite. Соответственно, если произошел сплитбрейн, он это может задетектить по отсутствию соединений между подкомпонентами Ignite и с помощью там, жадного алгоритма нахождения там, наибольшего полного подграфа, она может понять, какой все-таки кластер больше и какой следует убить. А, вопросик один. Мы на 2.5 работаем в продакте, и там я увидел, что Zookeeper. Вопрос, почему Zookeeper, а не консул, например? И будет ли возможность делать подключение других Discovery сервисов? Вообще вопрос хороший. То есть Zookeeper, я так понимаю, изначально мы… Почему мы вообще начали смотреть в эту сторону? При достаточно больших кластерах время обхода, ну то есть по дефолту у нас используется Discovery, да, TCP Discovery, и там есть такая топология, как кольцо, да, и сообщения ходят по кольцу, когда там, нам нужно повестить кластер о чем-то, да, то есть там все просто, сохраняется порядок, но проблема в том, что если кластер реально большой, 2000 узлов, например, то сообщение по кольцу будет идти несказанно долго, да, и это как бы очень осложнит и сделает очень неудобным использование вот таких операций, да, которые там, включают в себя отправку сообщений по кольцу. Поэтому мы взяли вот этот модуль, который отвечал за… Ну, Discovery — это, по идее, часть, от которой отвечает за connectivity нод, за обнаружение их и поддержку сообщений между собой. Да, то есть все уже именно служебные сообщения, связанные с транзакциями и так далее, они ходят peer-to-peer. Вот. И вот эту Discovery-логику мы вынесли
отдельно и как бы замокали вот это, получается, кольцо зукипером. Да? То есть на самом деле все в зукипер ходит внутри зукипер кластера и быстрее, вот, а по кольцу уже там ничего не ходит. Почему зукипер? Вопрос хороший. Я, если честно, не рассматривал там другие какие-то варианты. Вот, у нас, может, есть у нас специалисты по зукипер в зале, и они могут дать какой-нибудь комментарий. Но, к сожалению, не сегодня, да. То есть я, если честно, не могу ответить на ваш вопрос. Возможно, стоит задать его на dev-листе. У нас есть паблик Apache DevList, где, я думаю, что специалисты, которые там принимали решение, связанные с зукипером, дадут вам какой-то развернутый комментарий. Еще вопросы, коллеги? Может, подскажете, допустим, у нас количество нод, мы не знаем, сколько их будет. Это нормально, когда у нас убавляются ноды, либо динамически добавляются. Uh-huh. Вот как нам с топологией правильно быть, чтобы ну, более-менее хорошее решение было? С топологией, то есть, ну, давайте, наверное, попробуем. Ну, там, по сути, может, да? Каждая нода должна вызывать set topology, когда добавляется? Ну, вот это, не знаю, первое, что в голову приходит. Нет, а в чем, собственно, проблема, да? То есть у вас есть какое-то количество узлов, и, то есть, в чем сложность? Вы собираете кластер из того количества узлов, которые у вас есть, да? Ну, у нас есть, ну, допустим, есть какой-то базовый стартовый набор кластера, да, когда мы можем Хорошо. Активировать его. Да. Но потом, ну, у нас, допустим, ноды, они в контейнерах и могут, например, подниматься, ну, по необходимости. Угу. Ну, соответственно, при каждом поднятии ноды, получается, вот эта сама нода, которая добавляется, она должна вызывать вот этот set topology? Ну, нет, то есть но каждая нода это вызывать не должна. Ну, давайте, не знаю, то есть не будем сейчас скрывать этот baseline watcher. Но суть в том, что там на одном узле создается вот этот watcher, который слушает эти ивенты и вызывает set baseline topology. На каждый раз, когда топология меняется, когда, вот, как вы говорите, новая нода в контейнере приходит. И этого одного вызова достаточно, чтобы была установлена новая baseline topology, данные бы переехали. Я просто прокомментирую, мой может, вопрос понял немножко по-другому. То есть если у вас ноды поднимаются для того, чтобы просто там, принять какой-нибудь пик, возможно, на этих нодах не надо делать native persistence. И тогда их не надо в baseline topology добавлять. То есть если вы хотите, чтобы просто на этих нодах распределялось в in-memory какие-то данные, а потом, когда, допустим, у вас пик ушел, вы их убираете, и у вас при этом сохраняется все, то их в baseline topology не надо добавлять. То есть в baseline topology добавляют только для того, чтобы и на этих нодах сохранялось на жесткий диск, грубо говоря. То есть если вам нет необходимости сохранять на этих нодах на жесткий диск, то их добавлять не надо. Да, да. Ну, то есть как бы на каких-то хранишь, на них как бы, допустим, быстрые диски, а на других там диск вам не нужен, но там памяти побольше. И в случае пиков вы поднимаете, туда данные распределяются, позволяют вам там проглотить пики, а потом просто их выключить там на тех же самых Амазонах и так далее, чтобы меньше ресурсов жрать. Ну, да, я прокомментирую. Это на самом деле рабочий use case. Соответственно, деплойменты, когда часть нод используется как хранилище данных, а часть как хост для каких-то сервисов. Вот. На практике проще в такой ситуации пользоваться таким механизмом, как нод-фильтр. Нод-фильтр просто, то есть можно задать какой-то предикат, и если узел не попадает под этот предикат, то данные кэша на этот узел никогда не приедут. То есть в baseline topology можно все еще добавить все узлы при желании, но те, которые на нод-фильтрах, соответственно, данные на них не приедут, и на них можно делать там любую работу, да, то есть какой-то компьютер осуществлять, какие-то сервисы поднимать, да, то есть нагрузка распределится таким образом. Если можно, я бы еще добавил, что... Если можно, я бы еще добавил, что просто чтобы не было какого-то недопонимания, у вас кэш, он либо persistent, либо не persistent. То есть вы не можете выбрать так, что один и тот же кэш, одни и те же данные на одной ноде хранятся только в памяти, а на другой ноде они пишутся на диск. Так работать не будет, к сожалению. То есть у вас должен быть либо один кэш вы можете сделать persistent, который будет на всех нодах, где он есть, писаться на диск, и там он будет и in memory, и на диске. А другой кэш вы можете сделать... только in memory. Так можно, но добавить ноду вне baseline и сделать так, чтобы она хранила данные какого-то кэша, но вот только в памяти, так не получится. А, ну вот можно сделать near cache, подсказывают мне тут, но, ну,
Да, но это уже очень сложный какой-то кейс, мне кажется. Да, спасибо за доклад. А вот, да, вот тогда еще такой вопрос тоже на тему, собственно, актуальности данных, да. То есть, если у нас есть две партиции, persistent, да, они лежат на двух разных нодах. Соответственно, значит, одна партиция у нас опустилась, работа, остался одна, ну, соответственно, та, что была backup, стала primary. На нее записались какие-то данные. Потом и она опустилась. Вместо нее поднялась предыдущая. То есть, внимание, вопрос, где этот write ahead log? Можем ли мы докатить эту партицию до актуального состояния? Так, вопрос тогда. В тот момент, когда партиция опустилась, да, в этот момент вообще копия партиции не осталась в кластере, да? То есть она совсем пропала? Или как? Или все-таки копия какая-то хотя бы одна осталась, да? Ну, предположим, существовал даже момент, когда обе копии отсутствовали, да? Но потом в кластер вернулась партиция, на которой была более старая копия. Значит, вопрос, где находится write ahead log, можно ли докатить вот эту вот, значит, партицию со слегка устаревшими данными? Ну, смотрите, то есть мы используем для поддержки актуальности данных партиции такой простой механизм, как счетчики изменений. Для каждой партиции локальной мы запоминаем этот счетчик, да, соответственно, когда происходит с партицией какое-то изменение, например, мы делаем put, этот счетчик накручивается. Соответственно, когда у нас происходит смена топологии, то у нас есть такой механизм, как partition map exchange, когда через выбранного координатора все узлы обмениваются данными о счетчиках, о update counter'ах своих локальных. И таким образом мы выбираем партицию owner'а. Партиция owner, то есть это та реплика партиции, где update counter максимальный. Соответственно, в вашем примере, если, допустим, партиция просто ушла, потом она вернулась, то у нее будет апдейт-счетчик меньше, и данные, то есть она подсосет данные с другой партиции, которая owner. Если случилось такое, что обе партиции потухли, то, во-первых, это там есть такая штука, как partition loss policy, она позволит настроить поведение в случае, если партиция потеряна совсем. Но, насколько я понимаю, вне зависимости от этого, когда эти партиции обратно вернутся в кластер, то та партиция, у которой счетчик обновлений больше, та и будет признана оунером, и эти данные в итоге окажутся на всех узлах. То есть тут возможны конфликтующие изменения, когда партиция... А если она вернется позже, чем та, которая с да, более ранними? Да, партиции отсутствовали по очереди, и сначала на одну партицию доехали какие-то данные, потом на другую, да? Но получится, что у нас неразрешимая ситуация, то есть у нас есть конфликтующие изменения, они могут даже затрагивать одни и те же ключи, да? То есть получится, что мы нарушим консистентность. То есть потеря партиции — это всегда очень плохо. И если данные по апдейтам пересекались на периоды, когда там разные реплики партиции присутствовали в кластере, то консистентность точно нарушится. Ну, тут казалось бы, если write ahead log на самом деле был на какой-то третьей партиции, то эта ситуация вполне бы могла бы разрешиться успешно. Потому что вы знаете, собственно, номер change ID на каждой из партиций. Нет, смотрите, то есть если конфликтующих изменений не было, то, насколько я понимаю, все и так будет хорошо. То есть данные просто докатятся с... Ну, те апдейты, которые мы пропустили, они все равно докатятся, когда партиция с более большим апдейт-каунтером зайдет в кластер. Ну да, вот, собственно, в этом был вопрос. Write ahead log, он один на весь кластер? Нет, или он привязан к партиции? Он привязан к каждому узлу. То есть каждый узел пишет сам свой write ahead log, и в этот write ahead log попадают данные локальной партиции. Всех локальных да, но если партиций. У вас партиция находится на двух узлах, какая из партиций ведет write ahead log? Каждая. А если они обе опустились? Ну, тогда получается партиция... То есть третьей никакой нету? Смотрите, это зависит как раз от partition loss policy. Соответственно, мы можем настроить, как нам поступать в случае, если партиция упала совсем. Можно создать чистую новую партицию, можно, например, заблокировать все операции по этой партиции, выкидывать какой-то exception. Соответственно, если мы создадим чистую новую партицию, то будут выбраны новые узлы-оунеры, и на этих оунерах будет вестись write-ahead log для этой партиции, начиная вот с самого начала, да, начиная с пустой партиции. Соответственно, если у нас такая loss policy, когда мы не создаем пустые партиции, то в write-ahead log нигде писаться не будет, потому что и партиции нигде не будет фактически. Ну, партиции-то не будет, да, но
когда вернется старая партиция, то у нее-то есть данные, у нее есть старый write ahead log, то есть да. Как бы все хорошо, но она просто немножко вот сколько-то там change отстает от актуального изменения, правильно? Но... И этих change, собственно, взять негде, потому что получается, что последний, кто их писал, это была та вот... Да, все верно. То есть какое-то время в кластере будет существовать партиция, которая будет думать, что она owner, что у нее самые актуальные изменения, но на самом деле это не так. На самом деле после этого вернется настоящий owner и скажет, да ты самозванец, да, и как бы и отдаст свои данные той партиции, которая считалась owner'ом. А, то есть это автоматически, то есть когда вот это поднимется, если не вовремя поднимется старая партиция, то, собственно, она в кластер пока не войдет, то есть она будет сидеть, ждать, пока появится более новая. Нет, она просто физически не может определить, что она не самая новая, то есть других партиций в кластере вообще нет. Она думает, ну, больше никого нет, у меня апдейт-каунтер такой-то, я owner. Потом зайдет настоящий owner, у которого апдейт-каунтер больше, и все данные с него перейдут на того... Так а эти счетчики их нету в общем снимке топологии? То есть остальные ноды не знают, что это как бы вообще ноды не самая свежая это сейчас? У нее партиция не самая свежая. Нет ли где-то этого числа еще? Я так понимаю... Отвечаем на вопрос. Если старую, повторевшую ноду начать писать данные, то... Та, которая была овнером, не войдет уже, потому что у вас есть конфликт. Конфликт резолвера у нас сейчас нет. Просто. Ну, то есть в общей топологии самый актуальный change ID для данной партиции не сохраняется. Поэтому если мы утеряли обе копии партиции, то и change, максимальный change мы тоже потеряли. Я предлагаю написать на GitHub. Согласен. Нет, ну да. Потому что ноду надо вводить в обратном порядке. Это логично, только, к сожалению, так сказать, если у вас ноды автоматически кто-то вводит обратно, то есть, допустим, если есть какой-то менеджмент софт, который поднимает эти ноды, он не знает структуре игнайтовского кластера, он понятия не имеет, какая из них там. А это можно. Поэтому была придумана активация. Активировать тогда, когда надо. Активация – это замечательно. Но, опять же, как мы говорили, в случае embedded, там еще попробуй напиши программу, чтобы эта активация правильно отработала. И еще пойди пойми, где этот максимальный change ID лежал и какой он был максимальный. Если бы это была общая структура грида, да, то было бы замечательно. Я бы просто пошел туда, посмотрел, там пятая партиция, последнее изменение, там максимальное изменение девятое. Сейчас пришла партиция с семеркой, да? Ну, значит, сидим, ждем, пока появится девятка. Вопрос, а что делать в MVP-режиме, если вот мы пришли в эту ситуацию? А вот... Да, совершенно верно. На эту партицию надо просто запретить апдейт. Она спокойно может... может быть, даже и риды надо запретить на эту партицию, по большому счету, потому что она-то у нее максимальный change 7, а мы уже видели когда-то 9. Поэтому... Катихолта такой работы не будет, потому что партиция на другой ноде могла просто умереть. Могла. Про это не знаем. Не знаем. Но вот такая ситуация уже никак не разрешается. Но если ситуация, что... Да, они есть, но просто вошли не по очереди. Такая ситуация, в принципе, автоматически разрешима. Это можно было бы заимплементить, но мне кажется, что это... Ну, про дефлист я уже понял, да. Чем кажется, на первый взгляд, там будет очень много нюансов, как в плохом случае. Да, суть в том, что если... Ну почему? У вас есть топология. Собственно, в топологии перечислены все партиции. Почему нельзя запомнить по каждой партиции еще одно число? Это разумно. Ну, смотрите, та ситуация, про которую... Это да. Я еще дам комментарий, что та ситуация, которую мы обсуждаем, она может случиться, если мы хотя бы потеряли партицию совсем, но хотя бы на какое-то время, да, то есть это уже там ситуация, для которой там... Сечение очень многих там плохих обстоятельств. Не, ну это вполне на самом деле реальная ситуация. У вас поднимается несколько нод, и так получилось, что та нода с более устаревшими данными поднялась чуть раньше в силу каких-то обстоятельств. Такое может случиться сплошь и рядом. Поэтому, в принципе, если бы это на автомате разрешалось, было бы очень неплохо, на мой взгляд. Спасибо. Да. Пишите на дюлист. Последний вопрос, и сделаем перерывчик, хорошо? Еще тут вопрос про write ahead log. Если, допустим, там партиция из разряда умерла, но у нас там какие-то изменения туда записались, которые не успели задуплицироваться на другую, ну, то есть про backup фактор, можно вот этот write ahead log как-то отдельно подложить и накатить туда?
Ну, то есть там прошли транзакции, как бы деньги перевелись, грубо говоря, но на вторую оно не отошло. То есть диск, грубо говоря, там, не знаю, данные потерлись, где сама партиция была, но write ahead lock у нас остался. Это речь о том, что мы делаем какое-то изменение, которое успело попасть в write ahead lock одного узла, и после этого этот узел умер, да? Да. Ну, то есть там какие-то данные, да, он умер, и как бы, а на второй они не дошли. Ну, то есть там сеть в этот момент умерла. И нам на втором как бы есть там живой диск, живая партиция полностью, но нет вот этих вот последних данных. Угу. Да, то есть в транзакционном режиме... Это для кейвала, а для SQL там нет у вас. То есть вопрос, никак вот эту партицию не докатить на вторую, ну то есть через write ahead lock никуда не подложить. То есть нет никакого механизма, который позволил бы... Ну, суть в том, что довольно опасно, да, там, докатывать изменения, которые осуществлялись в момент того, как у нас какой-то узел ушел, да. То есть дефолтное поведение, там, когда мы делаем это в транзакционном режиме, ну, у нас транзакция просто откатится. То есть изменилась топология в процессе транзакции, sorry, да, ну и как бы я считаю, что... Ну, просто там у Oracle есть на этой штуке там всякие стендбаи, которые позволяют, допустим, держать, ну, допустим, у нас production кластер есть, и есть кластер hotfix, который не сильно отстает от продакшена, и он как раз-таки делается на основе вот этого ряда логов. Ну, то есть дата-центр, ну, репликация просто происходит. Ну, там она репликация, да, но просто они не связаны, а именно как два отдельных сервера, за счет того, что на второй просто накатываются подряд вот такие вот изменения с отставанием. Угу. Ну, все-таки, по-моему, другой кейс, ну, то есть. Спасибо. Так, все по вопросу? Да, тогда, я думаю, все услышали, что DevList, UserList — замечательные места, где можно повлиять на то, что будет в следующих релизах. Да. Большое спасибо, Иван. У нас одно из самых активных комьюнити, кстати, на самом деле, на почёвых листах. Да, мы номер, по-моему, 3, если я правильно помню, в мейлинг-листах по Apache. Угу.